Ни хрена. Ребят, короче, идем проколовки проверять. Целой кучей. Дед, Миха, ты там? Тут, тут. Мы сегодня такой толпой, сейчас покажу вам. Деда нет. Вот. Мишка есть. Я тут. Ты тут, а? Ага. Вперед, вперед. Он любит. Посмотрим, что сегодня в проколовку любит будет. Любит себя снимать, показать. Миха? А как же? Вперед. Пешком пойдешь? Да. Давай пешком, Макс. Сейчас тебе полегче будет. Сейчас я у тебя, может, сяду, покатаюсь на велосипедике. Или сам садись и езжай теперь. Гони. Давай, Макс, вперед. Нагоняй Макса второго. А мы идем. Посмотрим, может, рачко поймаем, удастся поесть. Ну, в тот раз что-то мало было. Это такой оазис здесь. Степь, степь, степь. Я говорю, степь, степь, степь. И такой оазис здесь, да, бать? Сады называют. Сады называют, да? Да. Вдоль речки вот такие кустарники. Тут клены, по-моему, американские. Что тут еще? Это вяз, что ли, это верба, да? Клен. Клен, вот. Ветла и ясень. А, ясень. Угу. Вот такой вот. Везде степь, степь, степь. А здесь заходишь, вроде как будто бы и лес. Это американский, это наш. Американский, он здоровый, толстый. Клен? Да, краснолистый. Ну, вот эти вот листья, я не пойму, вот такие. Ну да, вообще это он. Ты говоришь, здесь грибы растут, да? А суп тоже сладкий. Бать. И грибы, говоришь, здесь растут. Да, вешенки. Вешенки? Вешенки. Мир, здесь тоже вешенки растут у деда. Понял, пап. Так что может к деду за вешенками приезжать, да? Ага. Люди ходят. Здесь собирают, они уже знают. Ну, понятно, они. Мы сами, мы тоже вот уже знаем у нас места. Мих, помнишь места наши? Помню, помню. Нам бабушка наша показала, теща. Вон, в саду вы были, в саду, яблоновый. Ага. Там, видишь. Да, ну там тоже надо места знать, не просто так. Он огромный. Да. Вот мы места знаем и там рвем. А такие вот вешенки попадались. Такие свежаки бывают, красивые. Красивее, чем в магазине. Вперед, ребята. Еще не доехали. Как дела, Макс? Нормально. Вперед. Вперед. Погнали. А вы не хотите заснять видео 24 часа выживая в лесу? Думали об этом с Михой. Все думаем каждый раз. Выжить никак не доходит до этого. То времени нет, то еще что-нибудь. Пока мы там заговорились, дед уже здесь, вперед нас. Вот шустрый. Вот шустрый. А мы хотим глянуть, что там. Да, Артем? Угу. Миш, как думаешь, есть что? Не знаю, не знаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Чем на сегодня пора? А запашок-то стоит. Ай, это бочка, вот дед сам плел, прикидываете? Не то, что мы. А, есть? Где сумка? Сумка где, Макс? А, тащи сумку, которую в велосипеде. Так, посмотрим. Будем с вами раков есть или не будем? Будем. Как думаешь, Артем? Будем есть? Думаю, да. Артем думает, да. Мих, как ты думаешь? Он не ест. Думаю, да. Тоже Миш... думаю. Мишка ест. Ну куда глянем в пещеру. Не есть, ну а вот. Ну вот, да. Я вижу. Небольшие, да? Есть. Ну есть. Ладно, будем вытаскивать. Вот тут вот собирайтесь. Ой, что это? Раки, вот такие вот всякие разные. Вон раки, 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 раки. Ой-ой-ой. Во, покрупнее берем. Да, решайте сами там. Да, я сам. Всех ложить. Я? Да. Сейчас еще одну проверим. Кости где? Ну что, Миш, сначала есть? Ну да, есть, сначала есть. А ну так скромная, ну и есть. Я думаю, это... Так вот. А вот вон один есть? Есть, вижу. А здесь? Это... Вон сколько, куча, куча. Куча на самом месте. Ходи, сторонку, накапает на тебя. Ага. Вот, видишь, а там есть уже. И даже, по-моему, рыба там какая. А, и окунь. Окунь попался. И раки. Ну все, сегодня будете есть раков, да, Миша? Ну да. Там что, блины были? А? Там что, блины были? А, это свинина. Кости, а, кости всякие. Всякие отходы от еды, которые не нужны. А раки их любят. Ну все, забираем и идем обратно. А как? Че, как? О. Как забираем или как идем? Нет, как? Самолет? Вот шарик попался. Там хороший. Держи, вот. Миш, держи деду, ага. Помогай. Ты помощник вот в этом деле. Кольцо держи. Траки покрупнее, хорошие. Вот это красное кольцо держи. Вот, вот здесь держи. Вот здесь держи.
Давай, Миха, проверяй, что ты говоришь там есть. Артем, дай-ка Миха вытащит. Ты уже вытаскивал. Крупный. Их водит-то. Их хороший взялся. Ну-ка, покажи-ка. Дай Мишке выловить. Ну-ка, Миха покажет. Во, ух ты, какой крупный, золотой. Тихо, держи. Тихо, крючок же там, Артем. Во. Крупный, золотой. Это карась, да, или карпик? Это карасик. Карась? Ну, цепляй, отпускай, хватит его мучить. Твоим, в твоем собственном пруду. Да? Временно. Мишка, Мишка. Отдай. Пускай он где-то они тут растут. И видишь, клюют, как интересно, да? Вот так вот. Заглотил, что ли? Да. Их. Ну, дед аккуратненько вытащит. Главное, и верхоплавочка клюет здесь. И плотва, и красноперка, и карась, да, Миша? Классно. Классно. Прикольно. О, дед отцепил хорошо. Аккуратненько. Так вот. Ну как, Артем, видал? Червяка нету. А, Артем не рыбак. Так, слюни пока убери. Так, да, Артем? Слюни убери.